В день спецназа 29 августа ветераны подразделения специального назначения организовали марш-бросок. Участники боевых действий в горячих точках, представители Федерации бокса и школьники пробежали 3,5 километра по селу Наумовка в сопровождении БТР, пригнанного из ДСАФ Салавата. Боевая машина БТР-80, на которой мы действительно проходили свою военную службу. И нам приятно, что она в этот день будет именно с нами. Профессиональный праздник бойцов внутренних войск отмечается во всех регионах страны 29 августа. История Дня спецназа МВД начинается с 1977 года, когда было сформировано учебное подразделение. Впоследствии из этой учебки вышла элита спецназа внутренних войск МВД. Отличительный знак спецназа – краповый берет, получить который можно только после изнурительного и очень сложного экзамена. Краповый от слова «окропленный». Символически он окроплен кровью тех, кто погиб, служа в частях специального назначения. В марш-броске, организованном в Наумовке, приняли участие ветераны спецназа из Стерлитамака, Салавата и Ишимбая.